сегодня мы открываем такую машинку поливать. Всем привет! Сегодня, да, Валентина правильно говорит, поливательная машинка под давлением. Да. Мы ее приобрели за полцены, чтобы мыть улицу, окна. Да, вот как тут нарисовано у нас на рисунке. Можно даже есть мыть машины, тут всякие есть щетки. А что у нас тут есть? Так, она разобранная, да? Два колесика. Есть два колесика. Так. Такая штука. А, ручка. Да. Это ручка, чтобы... Ага, она все разобранная, чтобы потом собрать, чтобы она работала. О, пистолет! Соединяется вот сюда. Да? Ага. И пшикает. Ну, мы сейчас пойдем попробуем, как это будет работать. Обязательно. Брызгалка. Так, брызгалка есть. Что еще есть? Шнурок. Шнурок к пистолету, чтобы, брызгалке. Чтобы посоединять сами машины. Угу. Щеточка. О, щеточка есть. Новая? Оно все новое, наверное. А я думаю, это запчасть, которую для того, чтобы держать вот эти все остальные. О, инструкция. Точно, инструкция есть. Такие машины, они все с инструкциями. Такие... О, это переходники для того, чтобы шланг подключать с водой. Точно. И что еще? И сам аппарат. Ой, а он тяжелый? Но... Очень тяжелый. И сам аппарат. Так, аккуратно вынимай, ставь его на землю. Есть. Теперь так, отодвигай коробку. И, ну, я думаю, тут все просто, ну, только этот забери, целлофановый кулечек. Да, тут, наверное, все просто. Надо подсоединить колесики и ручку, и шланги, и все. И можно пойти попробовать, как он будет на улице пшикать водой. Согласен? Ну, колесики мы сейчас все подсоединим, потому что оно еще очень легко подсоединяется. Я смотрю, берешь колесико, засовываешь вон туда, в колесную... Там, где надо колесики держаться. Та с другой стороны. Тут вот смотрю. Подожди, а ну. А ну-ка, 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 поставь его. Так, смотрю, тут очень легко. Все. Раз, устанавливается все на раз. Вот сюда у нас устанавливаются в эти отверстия колесики. Вот тут одно отверстие. Эй, давай. Осторожно. Давай я это все сейчас соберу, а потом ты покажешь, как оно пшикает. Так, мы выбрались на улицу, подключили наш аппарат к шлангу с водой, к электричеству. И вот Валентин уже готов для того, чтобы попробовать вот тут на огород наш, на грязючку от стройки полить воды. Но для этого нам надо что? Первое, открыть кран с водой. Второе, включить кнопку на аппарате. И потом уже с пистолета пшикать. Делаем. И вот оно начало работать, какой бешеной струей. А ну в пол. А ну нажми. Нажимается. Какая струя. А ну помой пол здесь. Супер! Вот это напор! Так, мы немного подкрутили на носике, чтобы больше вода была в разные стороны. Ну давай. Огонь. Вау! А ну помой стенку белую. Вниз. А ну помоем. Вот это напор! Держи, супер! Супер! С
Всем пока, всем хороших покупок!